Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и это мой блог о жизни, эмиграции и путешествиях по Аргентине и не только. И сегодня в моем очередном путешествии по Патагонии мы с вами отправляемся на край земли. Мы отправляемся на архипелаг «Огненная земля». Это будет потрясающее по своей насыщенности приключение. Итак, погнали! Огненная земля, край света, место, где Атлантический океан встречается с Тихим, а Андийская кордильера своими крутыми склонами сползает к месту их встречи. Название этому месту дал его первооткрыватель Фернан Магеллан, приняв костры аборигенов за извержение вулканов. Но он не сильно ошибался, вулканы здесь полыхали не так уж и давно. Конусы многочисленных потухших вулканов имеют правильную форму, не успев подвергнуться эрозии времени. Итак, приземляемся в аэропорту самого южного города в мире – Ушуая, в котором основой гастрономии является патагонский барашек и ушуайский краб. Небольшая площадь памяти семьи Перон, Эвиты и Хуана. И тут же небольшая площадка памяти героев Мальвинских островов. Ушуаю еще называют столицей Мальвинских островов. Все цветет, декабрь месяц, заканчивается весна и начинается лето. Город Ушуая находится в субантарктическом климатическом поясе, поэтому лето от зимы здесь мало отличается. За пару дней до нашего прилета шел снег. Благодаря влиянию океана зимние температуры здесь порядка нуля, а летние редко достигают 10 градусов. Порт города Ушуая – это мировой центр для экспедиций, которые отправляются в Антарктиду, как в научных, так и в туристических целях. А чтобы изучить историю самого города Ушуая, нужно отправиться в тюрьму. Туда мы с вами сейчас и идем. В историческом плане Ушуая – это аргентинский ГУЛАГ. Первые европейские поселенцы здесь появились в 1869 году, а через 27 лет на этом месте начинается история исправительной колонизации и строительства тюрьмы, благодаря которой город начинает расти. Сначала сюда привозили мужчин и женщин, приговоренных к длительным срокам наказания, но очень быстро она становится колонией для рецидивистов, особо опасных преступников и политических заключенных. Суровый климат изоляции на острове, двойные решетки, строгий режим и невозможность подкопов, так как строения стояли на гранитном монолите, делали побег из этой тюрьмы невозможным. Известен только один случай побега, совершенного украинцем еврейского происхождения Симоном Радовский, но его в скорости поймали и вернули в камеру. Тюрьма в Ушуае прекратила свое существование в 1947 году, и сегодня в ее здании находится исторический музей, в котором можно узнать историю этих мест еще до прихода сюда европейцев, а также познакомиться с историей тюрьмы, побывать в камерах, как в реставрированных, так и в первоначальном их виде, узнать о первых экспедициях к Южному полюсу, освоению Антарктиды и много других интересных исторических фактов об архипелаге «Огненная земля».
7 километрах от центра города Ушуая расположена гора Марсьяль высотой 1 километр, на которую мы сейчас и поднимаемся на авто. На этой горе расположен самый южный в мире горнолыжный центр и ледник, с которого течет река, главный снабженец города водой. Поскольку мы путешествовали накануне лета, то нашей целью был не горнолыжный курорт, а красивая природа. Горная дорога идет через лес, и это уникальное явление. Нигде больше в мире вы не встретите лес в субполярном климате с таким холодным летом. А в лесах архипелага Огненная Земля произрастает 6 видов деревьев, 3 из которых это нотофагусы, то есть южный бук, и, конечно же, различные кустарники, в том числе и ягодные, среди которых кустарник, знакомый нам по предыдущему видео, который называется «Калафаты». И посмотрите на эти потрясающие горы, которые состоят из черных вулканических пород. Не так давно они извергались. Кроме того, на горе есть чайные домики с английской традицией Five O'Clock. Большое разнообразие чаев из патагонских трав, традиционные сладости и все это в окружении красивой природы. Это обязательно надо себе позволить. А чтобы сбросить наетые в чайных домиках калории, обратно мы спускались с горы пешком и неспешно любовались потрясающими пейзажами архипелага Огненная Земля. Водная экскурсия по каналу Бигль – это то, ради чего приезжают в Ушуаю туристы, ну, за исключением тех, которые еще также отправляются в Антарктиду. Обязательный пункт программы путешествия на Огненную Землю. 2 раза в день из порта Ушуая отходят туристические паромы. Это был наш паром. Билеты на паромы нужно покупать заранее. В этот день, как и во всем нашем двухнедельном путешествии по Патагонии, нам повезло с погодой. Получилась очень красивая экскурсия с потрясающими кадрами, хотя и было очень холодно. Канал Бигль соединяет Тихий и Атлантический океан по 55-й параллели южной широты в субполярном климате. Поэтому, чтобы ветром вас не продуло до костей, на экскурсию нужно одеваться максимально тепло. Канал Бигль является естественной границей между Аргентиной и Чили, и поэтому множественные острова в нем являются причиной многочисленных конфликтов за их принадлежность между Аргентиной и Чили. Свое современное название канал получил в честь британского корабля «Бигль», проводившего гидрографические исследования побережья южной оконечности Южной Америки, и на котором в его второй экспедиции вдоль побережья Патагонии участвовал Чарльз Дарвин. А первыми жителями побережья этого канала были яганцы, передвигавшиеся на каноэ, которые называли этот канал Онасаги, что на их языке означало «канал народа
Онос. В 10 километрах от порта Ушуая на небольшом острове возвышается маяк Эклай-Реурс, один из символов архипелага «Огненная земля». Это самый южный маяк в мире. Несмотря на свой, казалось бы, простой дизайн, благодаря общей картинке всей окружающей его природной красоты, это один из самых фотографируемых объектов в Ушуая. 11-метровая башня из кирпича, без окон, имеет 3 метра ширины в основании. На маяке никто не живет, но он действующий, работает от солнечных батарей и управляется дистанционно. Остров является заповедной зоной. На нем по сезону обитают пингвины, морские котики, буревестники, поэтому людям спускаться на остров запрещено. Любуемся издалека. Это вот как раз колония пингвинов и морских котиков на этом острове. Говорят, что еще за 2-3 дня до нашего путешествия в Ушуаю их там не было. Повезло.
и еще одна остановка в самой дальней точке нашей морской экскурсии, где мы остановились надолго, чтобы понаблюдать за пингвинами, за этими милыми птичками, утратившими способность летать. Да и зачем им этот навык? В холодных водах Антарктики всегда в изобилии жирная рыба. Поел вдоволь сашими и греться на солнышке, жирок накапливать. И вот такая вот милота с утра до вечера. И после водной экскурсии снова в горы. Посмотрите, какие они огромные здесь и величественные. В 18 километрах от города Ушуая есть очень красивое место для трекинга к лагуне Эсмеральда. Но и сама дорога до места начала трекинга не менее потрясающая по своей красоте. Лагуна Эсмеральда не так давно была обнаружена местным гидом, но уже стало популярным местом для трекинга благодаря красивым фото, которыми пестрит интернет. Вот и я, насмотревшись этих фотографий, отправилась к месту трекинга, к этой лагуне. Дорога к лагуне проходит через уникальный патагонский лес, через торфяные болота, и в конце пути нужно сделать подъем в гору, чтобы перед вами во всей красе предстало ледниковое озеро у подножья ледникового цирка. Трекинг туда-обратно составляет 9 километров, подъем в высоту общий составляет 220 метров. Посмотрите, какая красивая река, которая как раз вытекает из этого ледникового озера. Но по лесу очень много нужно прыгать через коренья, коряги. Но оно того стоит.
пейзажи просто невероятной красоты. Именно такую огненную землю я и представляла во времена, еще когда читала об этом в школе. А вот непосредственно и сама лагуна Эсмеральда, то есть изумрудная лагуна. По дороге обратно мы встретили любопытную лисичку, которая сначала за нами наблюдала, а потом вот дала дёру. Но по дороге передумала, а вдруг кто-то поесть даст? Это уже другая лисичка, которую мы увидели непосредственно с паркингом, где мы ждали своего водителя. Кстати, у лисичек с огненной земли шерсточка более густая. Им же здесь холодно, поэтому и шерстка очень плотная у них. Еще один день мы решили посвятить путешествию не по самым туристическим местам, куда не возят организованных туристов. С утра моросил дождик, нагоняя таинственности на сказочные пейзажи огненной земли. Посмотрите, какая неземная красота! В дымке озера Фаньяно, больше похожее на норвежские фьорды, и вдоль его берега старая дорога, которая здесь была единственной до строения вот этой асфальтированной. И снова озеро Фаньяно, которое узкой змейкой соединяет Аргентину и Чили. Длина этого озера составляет порядка 100 километров, поэтому, как я уже сказала ранее, больше похоже на фьорд. И чтобы согреться в этой холодной части Патагонии, конечно же, главное блюдо – это барашек, приготовленный на открытом огне. Это мы нашли такое красивое местечко, где можно было остановиться, выпить кофейку. Мы, правда, выпили кофе с местным шоколадным ликером, съели какие-то умопомрачительные вкусные плюшечки, чтобы дальше отправиться в наше путешествие.
весь внутренний дворик этой кафешки оформлен в экологичном стиле. Это дровница, где дрова хранятся под навесом, чтобы оставаться сухими. Терраса сзади непосредственно самой кафешки. Видите, стол из сруба. Вот эти перила, они же и являются барной стойкой. Вполне на них можно расположиться с бокальчиком вина или с чашечкой горячего кофе, чтобы насладиться красотами местной природы. Невероятно. И дальше мы отправились в заповедную зону, которая окружает озеро Фаньяно. И в самой-самой глубинке, проехав 5 километров или больше по бездорожью, мы встретили потрясающий по своей красоте отель, который находится непосредственно на самом берегу озера. По этому полену сразу видно, что хозяева из Каталонии и уже готовы к Рождеству. А это внутреннее убранство отеля. Все очень красиво, стильно, и нам захотелось здесь остаться на ночь, чтобы хоть здесь немножко пропитаться рождественским настроением, которого так нам не достает в Буэнос-Айресе.
И на следующий день мы вновь отправились на побережье канала Бигл, где примерно в 100 километрах от Ушуая расположен рыболовецкий маленький порт Пуэрто-Альманса, который славится своей рыбной кухней. Всю дорогу сказочные пейзажи Патагонского леса, ну, впрочем, как и во время всего нашего путешествия по архипелагу «Огненная земля».